Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я покажу вам, как подключить DJI Pocket к вашему телефону. Я буду подключать к iPhone, не потому что я айфонолюб, а потому что у меня в комплекте шла только вот такая вот втычка, собственно, только Lightning. Итак, вам нужно изначально скачать приложение DJI Mimo. И после того, как вы включаете DJI Mimo, просто берете и втыкаете в разъем в вашем телефоне, собственно, сам DJI Mimo. И у вас автоматически на телефоне открывается экран. Ну и, собственно, он сказал, что есть какая-то ошибка, и предложил мне сбросить камеру. Ну и все сбросилось. Теперь можете вот таким вот образом держать вашу камеру. Не знаю, насколько это удобно. Если вам неудобно, вы можете просто использовать переходник с Lightning на USB-C, ну либо USB-C, кабелем подключить телефон к... Кабель подключить с одной стороны к телефону, а с другой стороны втыкнуть в Lightning, в Type-C, в саму камеру. Ну и, собственно, так тоже будет подключение работать. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч. До свидания.